Так, вот для этой нужен H4. Потом прокачаем. М1, H1. 28 хп, 32 хп. Ну, пойдем сюда. Ворота иногда, как это, врагов удаляют. Видимо, отсюда могут тоже идти. За стен построить. Думаю, вот так. И вот так. Это Bloodhound Gem. Увеличивает урон камня. И способности, когда количество попаданий увеличивается. Так что новое что-то. Можно объединить вот с этим, например. Мне надо было следующего уровня, да? Ну, вообще, я могу... Да, башню построить. Вот там ачивку дали. Даже не успел прочитать. Дерьмо. Там, там стоит фургон от рабочих, и эта штука тоже от них, как будто брендирована. Угу.
Хорошо, чело, тут контента дофига. Ну да. Еще и другая часть. Она менее не такая известная, как другие, наверное. Угу, Hidden Gem. Если игра называется Gemcraft еще. Это, короче, камень усиливает атаку текущего камня каждый сколько-то ударов. Выгодно ставить впереди, где он много будет дамажить. Здорово, Забукленыч. Спасибо большое за подписку. 65 месяцев. Каждый раз какие-то нереальные числа уже. Спасибо. Что нового? Помню, ты говорил, 3DFX сдохлый. Это как какой-то твой комп? Как это сказать? Не тех, которые ты продавал. В смысле, это тот, на котором ты играешь. Там типа нельзя бабло вернуть хотя бы, ну или часть. Думаешь, это ОСИ что-то ломает? Хм.
Может быть. Когда кто-то покупает 4 GeForce 4 чего-нибудь, 480 или какие там уже. Сбукрыныч 28 берет. Вот так вот жизнь ретровиков. Вот я брал Steam Deck в надежде, что я не буду комп обновлять. В смысле, где они не просто экран меняют? Привет, Хельга, спасибо, и тебе удачного вечера. Вчера пришлось это... Стрим стопнуть, надо было съездить в госпиталь. У дочки кровь в стуле. Вот. Я им там позвонил. Говорят, надо приехать посмотреть. Ну, вроде все нормально. Но надо наблюдать. Да, чё, ну, посмотрели. Типа... Температуру померили. Все на все нормально реагирует. Дышит нормально. Ну, сказали там наблюдать, если будет повторяться. То типа это. Все записаться, сходить к врачу. Ну, типа, ничего критичного не видно. Да, Steam Deck у меня уже валяется. Я на нем, правда, не играл ни во что. Я больше на геймбой, но эту игру играю. Ну, она вся как бы это нормально вела. То есть мы особо не переживали, но как бы непонятно. Так что мы съездили смотреть.
Нет, ну там, как это, там есть две модели, просто отличающиеся экранами. Точнее, моделей там несколько, но там выходило первый Steam Deck, у него там что-то там несколько вариаций, где-то что-то там жесткий диск побольше, может чуть там посильнее или что-то такое. Вот. И недавно они выпустили Steam Deck примерно с тем же железом, просто с новым экраном. Вот. Я купил старый, потому что он дешевле был. Из-за, ну, на фоне выхода нового. А экран мне нафиг не нужен. Я все равно в основном на док-станции в него играть планировал. Так что... Нормально. Ну да, у нас там, типа, когда поздно вечером, можно там по телефону позвонить. Они там скажут, нужно ли что-то делать, не нужно. И если нужно, отправят куда съездить. Вот, вот мы и съездили. Да, с детьми он не узнаешь, когда в дорогу придется идти. Не, я взял старый, потому что он дешевле, но я топовую модель старого взял. То есть там что-то 500 гигабайт SSD. Может быть, там что-то он помощнее чем-то, я не помню уже. И там еще был вариант, типа refurbished или refurbished. Как, короче, когда... Кто-то возвращает, типа, устройство свое, они там его тестируют и продают подешевле. Так что я двойную скидку получил. Вот. Ну, это такая бандура, конечно, вот такой вот. По сравнению со Switch'ом, это огромнейший планшет вообще. И не то, что он по ширину большой, он просто длиннее. Там, наверное, 16 на 10 или что-то такое. Ну, вот как сказать, вот из-за того, что он refurbished, он не прям самый новый получается. Но это же неизвестно, как его вернули в магазин. То есть, может быть, чувак на следующий день его вернул. Может, он там попользовался, понял, что не его и вернул. Я не знаю точно, как у них там работает. А может, он у него не работал, он его вернул, они там... Полечили и продали подешевле. Ну, что-то такое. Ну, то есть я через Steam прямо это купил. Да, да. Ну вот я тоже док-станцию купил, а док-станция не изменилась. Она такая же у новых, в смысле, МДЭКов. Она, по-моему, даже подешевела, так что я и на ней скидку какую-то заработал. И чё, и как тебе нравится, Хельга? Просто я не успел распробовать. Я только его там пообновлял что-то, там запустил один раз. Понял, что на него можно с компа стримить. И это... Закончил на этом. Я прочитал, что вроде на него можно поставить не стимовские игры, если
игру просто добавить в библиотеку в Стиме. Все равно в нее можно как-то играть. Но может быть это тоже стриминг. А там как ты USB-шный подключал? Для этого ничего не надо там прошивать. Ух, ничего, прямо, то есть... Можно на него что хочешь накатить, получается. А как это работает? Это нужно в Steam добавить? Или как-то по-особому? Кажется, я уже тут сдохну сейчас. Без вариантов. А? Нет, он туда даже не летит. Понятно. Хорошо. Ну, у меня сейчас это особо сил разбираться нет. Я вот в геймбой поигрался. А, то есть там прямо как, грубо говоря, как на винде будет экран. А, ну понятно, да, там уже линуксовая эта тачка. Прикольно, прикольно. Дали ачивку, убил 110 врагов, пока шел снег. Ага. Эта штука, наверное... Вот эти две самые важные. Потому что вот эту комбинацию джемов и как будто первый апгрейд. Ну я вот не уверен. First grade gem cost. Типа самый дешевый камень, что ли, дешевле стоит. А, ничего себе там как. А то есть он... Ну да, то есть это Linux, но он запускает на себе и виндовые игры, получается. Я не задумывался даже про это. Талисманом. Это что-то интересное. Три процента от уровня идет в начальную ману и эксп. До 9%. Рарити.
6, у этого 11. Ничего себе там, как все сложно. Это реально там серьезно. Проникся. То есть получается по умолчанию там линуксовая версия ставится, если она есть. Если нет, то через протон виндовую. Ну, хотя, может, это и не важно, в принципе. Да, ведь 12. У них редкость больше, но эффект не то, что мне особо интересен, как будто. Мне он экспо интересен. Так, все там серьезно. Так, что здесь? Да, они, интересно, там вот как часто сейчас под Linux версию делают. Раньше это, там очень мало игр было под Mac и Linux. Сейчас, мне кажется, не сильно больше. Вон какой-то pull bound gem. Увеличивает урон и способности камня, когда у тебя вот это вот mana pool уровень усиливается. Первый раз такое вижу. Proton DB. А, это типа это его Valve выпустила? То есть я думал, она какое-то чужое заиспользовала. Понятно. Да, прошла. Я зашел на сайт, глянул. Да, все работает, все. Я увидел там список игр, которые работают на нем. Так, не прокатило. Если я так сделаю. Не прокатило. Я как-то так давно ничего не стимовского не ставил.
То есть у меня есть что-то мне, что мне за Буклиныч подгонял. Но там, в принципе, у них и стимовские версии есть. Господи, там что-то шумят на улице. Умрет вообще? Умрет, да не все. А я даже камень не смогу кинуть. Что за жесть там? Ремонтеры додумались. А, сыну нравится? Спидранеры. Не получается с текущим набором усложнений пойти. Вот так. А вот тут надо было стену построить, чтобы они долго обходили. Концентрация в одной точке врагов усложняет. Тут массовой атаки у меня нет же в этой карте. Так. Я DualShock не пробовал, но Xbox, по-моему, у меня заработал. Забавно, что к Game Boy у меня этот DualShock подключается и работает. И вроде легко завелось. Ну, может, не срослось что-то. Не, это так не пройдется.
Ну со стенами хорошая идея была. Там может настройках стимовских что-то ковырять надо. Там тоже есть контроллерами какие-то приколы. Так, ну давайте отключим одно усложнение. Потому что когда ману тебя не сразу дают, это прям может быть большой проблемой в начале. Надеюсь, у него проблем с перегревом нет особо. Четвертый уровень. Замедление, пулбаунд, poison. Вот этого не хватает, да? 6 уровня. Так, надо бы
ломать здание. И вот здесь тоже. То есть понять, как. Ага. Работает. Либо надо фокусить, тогда он будет стрелять болтами. Не достает. Вроде немного всего дали. Так. Что, пусть фармит? Так, 8 уровень, 15 тысяч стоит. Не буду трогать.
Ну, может, это кого-то убьет, не знаю. Ну там уже фиг что сделаешь. Хотя... Вот эта штука камень не тратит, что ли? Ну да, уже без шансов. Как будто сложнее стало. Тут два вида только. Да, эту штуку, конечно, мешает сильно, что мана не сразу прибавляется. Если маленький делать... Можешь попробовать там одну поставить. Вот сюда. А тут не влезает. Слишком тонкие проходы, узкие.
Ловушка дорого ходится. Окей. Вообще без шансов. Ловушками лучше было. Каждая ловушка, я так понимаю, дороже стоит. Да. Может быть, прокатит. К тому же я мог бомбу сбросить, но почему-то не сбросил. Будто иногда от везения зависит. Дотянули.
3000 маны можно добыть. Болт тема. Против боссов особенно. Мана пул левел 10, ачивка. Ну все, тут без шансов. 120 тысяч экспо. Привет, Магириана. Уровень 91. Какое-то особенное поле. Навыки талисмана не действуют. Если пройду этот уровень, дадут 13 скиллпоинтов. Один ядовитый есть. Так, какие-то особые враги, что? Гиганты сразу прут.
Будто надо эту фигню долбить. Вот то, что я мана личен джем поставил, может, и правильно был. Правда. Без болта вообще ничего не могу сделать.
Возможно, если бы у нас болты лучше были прокачаны. Или Chain Jam лучше работает. Давайте на Chain Jam попробуем. Чейнджем лучше работает. Потому что он несколько может врагов сразу задамажить. Может быть, хватит. Маны. Сколько они будут бежать? Индестрактабл. Прошел. Минус один фриз спел речардж тайм. Я даже не знаю, что это. Это рядом с болтом там что-то появится. Короче, замораживает. Броню что-то там снимает. Что такое? Надо стену обязательно строить. Здесь тоже можно, да? Они дольше шли. А ловушки тут никуда не влазят. Только вот сюда. По сути. Да, ловушки тема, конечно.
А, я забыл про спел. Стены, короче, стены нельзя ставить так, что они заблокируют проход. То есть ими можно лабиринты выстраивать и на них не агриться. Но ты не можешь взять просто поставить где хочешь. Тут определенные уровни есть, где тебе специально нужно какие-то лабиринты им выстраивать. Правда, таких еще у меня не было. Так, это я ничего не сделаю, да? Возможно, придется трейд отключить здесь. Или построить. Просто зеленый получше. Может быть. Может быть, Хельга, можно так. Я не уверен. Просто тут... Здорово, Dark Lord. Ну, я в одной комнате с ребенком, так что с ребенком. Чтобы открыть стену, ты не можешь ее просто удалить. Тебе нужно камень на нее кинуть. То есть ману все равно придется тратить. Но технически, наверное, можно что-то такое делать. Не знаю, есть ли в этом смысл. Я там ловушку поставил. Короче, надо трейд отключить. Просто он увеличивает количество получаемой экспы. И волн вроде больше. Есть смысл делать, если можешь. Сейчас проблемы не будет, потому что я могу ману зарабатывать сразу. Что я могу просто бомбу бомбануть в любой момент. Не туда бомбанул. Так, шестой уровень, да?
И неразрушимые. Сколько маны накопил? Могу и больше накопить. Дальше 110 тысяч. Сомнительно, что накоплю. По 32 тысячи. Апгрейд следующий. Интересно, сколько там камней уровней можно посчитать? 93 уровень. Всего 16% Heavy Roar Blitz. Что это вообще значит? Я могу вот это пройти, да? Наверное, Mana Lock. Не буду. Тут штуки, которые усиливают монстров везде, и замки везде.
Они все из одной точки прут. Один freeze spell to unlock. Они еще по-разному открываются. Ну. Прям башню сломали. Новые куски карты открыли.
Мне что тут получать? А, вот чё. После каждого полученного урона враги получают... Уменьшение урона, так что ли? Здесь, в принципе, можно им лабиринты настраивать. Но... Thank you.
Ну, уже не убиваются. Девяносто восьмой уровень. Что-то мудрёное. Болтами надо. И стен, походу, можно настроить. Dual Orange Red. Первого цвета, зеленого только нет. Верни. Жесть. Чёрт. Что, убить? Здорово, Диманчик. Чё, наконец моя эпопея с засорами закончилась. Вроде все работает.
Так непривычно, что можно раковиной пользоваться, капец. Да, разбирали там стену и стену на кухне и пол в ванной. Там ржавчина была. Просто она заржавела там внутри, походу не проходила уже ничего. Да, главное, как можно вот ко всему привыкнуть? Мне приходилось, я не знаю сколько там, неделю вычерпывать воду из раковины, чтобы ей воспользоваться. И я ходил там умываться вниз, на кухню часто. И потом, когда ее пофиксили, я прорывался опять на кухню идти умываться там вечером. К всему привыкаешь. Да. Можно вот тут еще стену выстроить. Построил 15 стен. Эти монстры 20 000 хитпоинтов. Я же могу их объединить. 32 000 стоит улучшить. Ну все уже. Лучше всего на открывали 103 уровень.
Дали еще трейд. Усиливает гигантов. Не понял, тикер это слабее, по-моему, броня, а не хардер. Гигантов слабее броня, но больше хитпоинтов и скорости, так что... Проверим. Ёперный театр. Типа они отсюда идут. Если я стены буду строить, мне нечем атаковать будет. Надо все-таки что-то строить дополнительно. А, они оттуда еще лезут. Ну все, понятно. Смерть. Здоровый СТ, спасибо. Четвертый здесь был. Окей. Этим не угадал. Это я могу сразу два сломать. Нет, не могу. Окей, печально. Вон волны гигантов меня тушат. Потому что я трейд использовал. И у меня не хватает маны на апгрейд.
штука. Ману трачу. Не, у меня нет ретро achievements. Мне это не особо интересно. Как я там делал-то? Так, типа. Блин, стены перестраивать заново. У меня есть список игр, но там, мне кажется, жанр не написан. Надо примерно помнить, про что игра была. Ну, она называется... блин, я забыл, сейчас скажу. Pyramid Magic. У меня там они подряд пройденные были. Так что там наверняка есть и другие, которые там головоломки были. Может быть, сейчас я скажу. Вот это про пирамиды, но это все на Сеге. Вот еще как что-то есть. Это на Famicom Disk System. Но если что-то было, то я не помню. Да, да, конечно, обращайся. Если бы тут мана был, я бы мог тут вообще жестко вот такие лабиринты настроить наверняка.
Почему они так плохо умирают? Может просто построить сначала башню здесь? Башню здесь. Пить пиздец и пить пиздец. Они плохо умирают. У них броня есть. Дайте я отключу усиление. Может, парочку просто включить. Ой-ой. Я вот не уверен. Когда строишь башни и ловушки, то они дороже стоят, каждый следующий. Каждая следующая стена тоже дороже стоит. Поэтому только уходит. То есть проще заблокировать узкий проход. Не понимаю, почему первый умер, а второй нет. Ладно. Достаточно для начала просто ограничить проход сюда, чтобы они все через одну дыру шли. Потом можно и лабиринты настроить. Ну, логика правильная, я считаю. Красная штука на цепную молнию типа делает. Можно было бы ее подальше организовать. Этого уже должно хватить намного.
Только тоже морозится. О, ничего себе, тут есть объекты, которые камни роняют. Может быть, если бы я его разломал, было бы проще. Наверняка есть ачивка сделать камень из 9 разных.
выходить. Наверное, это последний уровень, который я играю. Они разные. Вот у первого яда больше. Они объединены были по-разному. Что-то я раньше не замечал, что слева это перемножается и получается 106 тысяч. Здорово, Серега. А я заканчиваю. Сейчас посмотрю, что по скиллам. Еще не прокачано. Все прокачано. Но не прорывается, потому что там я играю сначала уровень, а потом включаю режим на выживание. То есть ты продолжаешь играть, пока не сольешься. Просто больше плюшек. Давай, Хельга, спокойной ночи. Сейчас я посмотрю еще. Тут в меню можно было.